Нет! Выход от ложки, да? Да. Зараз, это еще. Я справа. Ну, такое. Да блин, чувак, я за тебя столько времени. И чё? И чувак, я, конечно, понимаю. Чувак, нет, я не... Иди ты в жопу, Тёма. Что? Ты ошибся на выходе из поворота, у меня скорость намного выше. Чувак, я... И ты стоишь на гоночную. Чувак, нахрена мне было тебя пропускать? Чтобы мы с тобой нормально прошли 130R. Может быть, ты бы замедлился, ты бы потом меня прошел, потому что из-за тебя я поймал твой воздушный мешок, и я не смог нормально затормозить. Это твоя проблема, что ты не смог затормозить. Да иди, чувак, ты нахер, Тёма. С такой командной тактикой, не серьезно. Ну, пропусти меня и лезет, блин, в щель какую-то. Извините, мне тебя пропускать? Мне тебя пропускать — это минус секунда. Нахер мне это надо? О, шанс. А где старт? Чего? Блин, у нас старт без этого, что ли? Ну класс. Почему я упустил тот момент, что у нас старт без... Я тут буквально на цифре 2 заметил, что что-то не так. Красиво, я без заднего бампера уже. Давай, давай, трогай, Хинт. Трогай, трогай, трогай. Аккуратно, Сережка. О, мы с Мартиникой вместе едем. Отлично. Да блин, Сережка, ты чё? Он прям умирает. Ну, скорее всего, мне поехал задний бампер, у него переднего нет. Я, походу, мартиники еще поднасрал. Правильно сделал. Теперь на позади. Во, вот это у нас тут разбор красных. Капец, да, без заднего бампера 300 максимум. Четыре машины подряд со штрафами идут. О, у Сережки, походу, бампер сломан. Не, нормально. Да, у него бампер сломан, он у меня въехал. Ой-ой-ой, Мартур, прости. Родион, а мы-то с тобой едем, представляешь? Едем, едем. Я еще пытаюсь за тебя зацепиться. Ну, секунда и одна. О, Сереж как раз в моем темпе сейчас будет ехать. Ой, Антон к нам вылез на пятое. Молодца. Хорош, Дань. Отлично. Продвигаем бренд. Я уже здесь. В сторону. А сам едет. Давайте мешок дам. Не-не-не, тихо, не дергайся, не дергайся. Окей, окей. Главное, окей. Поворот правильно пройди. Разъехались. Прости. На самом деле... Я сейчас понял, что я еду по скорости, как Сережка, без бампера. Без мета. Как будто я уже априори без бампера. Ты мутуля там не убей. Ну я минимум место ему. Да. Блин, а можно ты там не будешь лезть в следующем повороте, который... Давай. Спасибо. Миллиард, у тебя тоже проблема какая-то? У меня бампер, я же говорю, у меня Сережка въехал. А-а-а. О, блядь. Спокойно, ехать, ошибка. Едь. Прям весело поначалу слушать. Прям захлёстывает. Ах, даже 2,5 сейчас могут досыпаться. Ой, ёлки, почти 4 секунды штрафа. Пора прекращать так ездить. О, Захара Рокстар на этом, на капоте.
Ой-ой-ой. Я думал, пролезу. Но ну, ты мне, кстати, неплохой буст дал. Ты там не помялся, главное? Да что ты еще штраф сейчас схватан? Бросил 6 десяток, получил еще секунду. Смотри, простили меня, не берет штраф. О, билетовый сектор что ли у меня? Показалось. Да, вряд ли. Билетовый. Почему? Потому что первый круг он говно. У меня тоже фиолетовые сектора постоянно. Да, пока. Я 6 секунд везу в лучшем округу. Я молодец. С 4 секундами штраф. Уже 2,8. Слушай, а мой Lexus не так уж и плох. Вот в Мартинике, кстати. Родион, осторожно, я сейчас буду этот тормозить. О, нормально, Матуль подвинулся. А Туль знает, что на втором круге не выиграть гонку. Ну, сейчас будет терпеть. Не, рано или поздно он меня обгонит там. Похоже, сейчас. Ты врезался в стену? Нет, я парень зацепил. А, вращайся. Ты пока хотя бы чистил. Я шестой вернулся. Капец. Ты живой? Да я живой, но... развернул его. Морально я уничтожен. Надо. Я нет, это сделаю. Нет. Фу, фу. Я это сделаю. Не смей. Для тебя в бак стартом. Ага. Я шестой. Рейсинг бро, ты че, чувак? Я третий. Я шестой. Но у меня очень плохой выход, потому что меня рейсинг бро... Я видел, я видел. Ай-яй-яй-яй, Тёма, Тёма, Тёма. Меня зажали капец просто. Кайф. Мне просто некуда деваться было. Левый. О, Раиль тоже поехал в бокс, он, видимо, приложился все-таки. Да, 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 да. Стоял, приходил в себя. Не понял, суперхим? Ты что, не сзади был? Все это время был впереди. Ну, вообще-то так, первый стартовал. Вот сейчас обидно было. А знаешь, как не обидно? Слышь, ты сейчас договоришься, я тебя в повороте выдавлю. У меня руль, я выкручусь. О, как я сказал, красиво. Артурикс это что-то не помогало, когда я его хотел выносить. Артурикс я хотел его выносить, и я это делал. Ну, вообще-то да. Так и было. У меня все окей по резине, но почему-то мотает меня реально. Мне не то, что мотает, я на самом деле прикатался, и мне даже приятно с какой-то стороны ехать. Даже. Извращенец. Я просто люблю БДСМ. Ты просто любишь быть пассивом, мы поняли. Ну поехали, поехали. Шибыть. Фух. Ты кто там с таким облегчением в боксы приехал? Да, не надо тебя сейчас это как-то... Что мне? Как-то тебе надо сейчас обогнать. Не надо, можно не надо? Я хочу четвертый. Да, не слишком рано тормозить в начале третьего сектора, поэтому пользуюсь этим. А я сам, наверное, там тоже торможу. До свидания. Да, конечно. Нет. Он просто широко в последнем повороте выскочил. А вот я позицию, пожалуй, сейчас подниму.
Бля, ты нормально едешь? Какой у тебя лучший круг? 49,9, я его только что поставил. А у меня лучше круг минута 50 ровно. У меня 49,8. Бля, надо еще раньше тормозить, пизда. Нахер мы вообще пришли на пит-стоп? Не знаю, мне норм. По-моему, я так же еду вообще, без разницы. Дань, хочешь сейчас объекомиться? Пожалуйста, нет. Не делай этого. Я, конечно, не по конусам ориентируюсь, но, пожалуйста, не надо. А как ты их видишь? Ты что, конус прыгнул? У меня конусы стоят, да. Смешно. Антон только что развернулся. Я не при делах, он сам. Ну, отлично. Мне это нравится. О, божечки, еще 6 кругов. Фига, у тебя там выход хороший. У кого? У тебя. Да ты тупо поехал. Я не умею этот поворот проходить вообще. До свидания тогда. Чувак, тебе левую стену или правую заказывать? Наверное... без разницы. Не, и там выкручусь. Ой, давай. Это нормально, это поворот. Блять, левую, да, заказал все-таки? Нет, Даня националист, он бы правую выбрал. Сука. Да. Догонять. Нет, ты куда нет. Поехал? Ёбаный ебать. Ебать ты, конечно. Дань, ты засрал наш второй ряд. Да. Здесь же так надо ехать. А теперь, блядь, посражаемся. Давайте, давайте. Ну, у меня жопа повреждённая, поэтому... Даня, там хера чего этого, как его? Родиона? Да. Знаешь, насколько ему раньше надо тормозить, чтобы в меня попасть? Между нами сейчас было 2,5 секунды. Да ебать. Пока я рассказывал, сколько секунд до Антона, отрыв до Антона уменьшился. А почему у Кунтачи нет боковых зеркал? Потому что его не отменяют. Потому что в 70... Да, потому что в свое время его никто не мог сделать. Нет, просто реально, там очень маленькое заднее стеклышко, а боковых зеркал нету. Чего под безопасности? Иди в бокс, Даня. Да, все боксы забыли зеркала поставить. Кстати, о Кантаче... О, четвертом обратно оказался. Легко. Кстати, о Кантаче, вы знаете, что это первый серийный автомобиль, который преодолел 300 км в час? Скорость. Лучше бы это был первый серийный автомобиль, обладающий нормальными тормозами. Секунды 3 я всрал. Как мы будем с тобой разъезжаться? Как бог подскажет. Согласен. Да ё! А вот теперь я поеду ремонтироваться. Блядь, сука! Сука! Фух, Борис на поврежденной машине. Блядь, еще обиднее. Какой? БТС Рейсинг. Я даже не буду спрашивать, что это означает. Бочарников, ты сука. Да. Что? Да. Я только суку расслышал, если честно. Ты уверен, что в этом смысл названия? Так мы ее создали, эту команду. Точнее, кто Вова, по-моему, или кто? Ты, я так и не понял, кто, но... Фактически. Да, знаешь, я... Есть... Админил в беседе. У меня есть автограф Мартары, и мне этого достаточно. Нормально. У меня самый крутой, какой есть, это Росберга. О, откуда вообще? Ну, и на... Я обсочивал в этом, в 16-м году. В 2016 году на автограф сессии взял. В то время Росберг еще был в Формуле 1.
Одно смещение, чувак. Ты прям смещаешься, когда я уже повернул. Ну я прям перед тобой ехал. Ну типа нормально же, нормально все. Я поддерживаю претензии в сторону того, что Даня плохо смещается. Чувак, куда тут было, смещается? Тут скорость не такая большая, как на прямой в Лимане, так что. Но это крайне хреновая машина. И я потом, на повторе покажу, как это выглядело. Вот, мы в километре разошлись, ничего бы не было. Блин, полтора круга осталось продержаться. Блин, Даня. Что? Это я не отдам тебе четвертое место. Это интересная гонка. Да, я тебе не отдам четвертое место. Ой, блядь, не поворачивай, Заебись. Сработало. Капец, как я с видом от кабины от вас уезжаю? С таким, что я поврежденный, и я всеми силами не пускаю Антона вперед себя. Ну я очень медленно еду, просто чтобы не вылететь туда. Ну чтоб ты понял, мой последний вот, круг где-то минуты 50. Вот, кстати, именно поэтому ты уезжаешь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мой последний круг минута 59. До этого был круг минута 52,7. У меня 53,7 сейчас. Офигеть. Но это круг выезда из бокса. Даня, почему ты не четвертый? Антон, как дела? Давай поговорим. Активно так поговорим, вот прям побазарим. Остановись, смотри, я забыл паспорт слева. У тебя в багажнике. Почему паспорт? О, ты так близко, блядь, я сейчас охуел. Давай, Даня, в тебя верю. Тихо. Извини, снесло. У нас, кстати, гонка закончилась. Да, хорошо. Бля. Ну это было красиво. Подожди. Нормально все. Я считаю, я заслужил 4-е место. Да нет, ты красавец. Тарань, Дань, тарань его. Тарань, Дань. Мне тебя ставить 4-е место? Ну на твое усмотрение все на самом деле. Нет. Ну вот. С моего обзора мне кажется, что тебе не нужно 4-е место. Тебе и 5-е это не очень нужно, не кажется тебе? Не, ну мы же честно с тобой боролись, чё ты? Не, ну вообще да. Если б не сломано... Я же нигде не следовал, что тебе ставили 4-е место. Фух. А, я 10-м стартую, я понял. 9-й ты стартуешь, чувак. Я 10-й стартую, у тебя кого-то нет. Блин. Хреново. Куда? Нормально, я лидер. Я третий иду. Ха, нифига ты. Только без глупости, чувак. Ага. Гунчина тут столько. Давай ты меня пропустишь. Давай на стартовую прямую пропущу. Ну или на той короткой. Чувак, мне круг за тобой тащиться. Ну давай по внутренней. Спасибо. Держи дистанцию. Ага.
Не пустил гончу. Отлично. Я его отобранял. Фух. Нет, все, не удержу его тут. Он на... Все, я его пропустил. Угу. Спасибо. Не за что. Санта-Крекс отомщен, чувак. Все, отлично, теперь можно говорить. Мы сделали это, чувак. Автополис отомщен. Да. Автополис отомщен, и все отомщено вообще. А еще мне не нужно ставить ливреи Сурророса теперь. Да, все, теперь не нужно. Спасибо, чувак, что поддержал Гунчу огромное. Спасибо, что пропустил вначале. Ух. Круто. Реально круто. Ебой. Победа, двойной подиум. Офигеть. У меня это... Сейчас лицо треснет от того, как я сейчас улыбаюсь довольно.